Слышал, тебе нужна помощь? Что случилось? Это же вы, народ, любите портить жизнь Альбиону. Не верится, что кто-то еще. Думал, я один, пытаюсь что-то сделать. Да и то лишь разговорами. Но вы действуете. Это наш долг, друг мой. Если ничего не сделаем, Альбион станет еще сильнее. А мы ведь не можем этого допустить, правда? Ладно, рассказывай. Я достал данные обо всех операциях Альбиона в городе. Из-за них меня чуть не убили. Тут все, пути снабжения, цели наблюдения, объекты. Думаю, вам это пригодится. Что ж, это прекрасно. Вот пример. Альбион закрыл Кингс Кросс для гражданского пользования, верно? Но никто не знает, что это их центральный узел снабжения. Через него в город переправляют новых бойцов и значительную часть ресурсов. Хотите, чтобы люди воспрянули духом? Вот вам цель. Уничтожьте этот объект и нанесете серьезный удар по всей деятельности Альбиона в Камдене. Это будет хаос. Следующий шаг ясен. Данные об операциях Альбиона то, что нужно, чтобы навести шороху. Изучим их позже. Ладно. Как нам остановить снабжение через Кингс Кросс? У Альбиона там гибридный генератор. Выходная мощность наверняка огромна. Устраивайте скачок напряжения и бах! Но надо же, да у нас тут настоящий шпион. Нарыл информацию о месте, куда людей просто так не пускают. Стоило мне новостного дрона. Ладно, трех. Главное, чтобы выгорело, верно? Добраться к генератору будет непросто. С прошлого раза там усилили охрану. Есть предложение? Мои новостные дроны еще здесь и должны работать. Можешь воспользоваться одним из них. Думаю, ты управишься с ним лучше меня. Создать скачок напряжения в гибридном генераторе — это тебе не сухую лапшу приготовить. Тут не помешала бы спецификация. Нам следует все проверить.
Взгляни-ка на это. Ни хрена себе. Сложная штука. На дроне есть приличная камера. Бегли, фотографии тебе хватит? Конечно! Судя по этим данным, для доступа к системе генератора понадобится код разблокировки. Отлично! Воспользуйся кодом разблокировки для генератора, и я смогу вызвать скачок напряжения. Этого хватит, чтобы обесточить King's Cross. Да и железнодорожную систему тоже. Панкрасе нам удалось добыть кучу инфы. Маршруты Альбиона, информаторы, снаряга, много чего. Хватит, чтобы зажечь огонь в сердцах лондонцев, прямо как в Камдене. Помешаем Альбиону и дадим людям причину восстать район за районом. И с каждым разом число наших союзников будет расти. Покажем лондонцам, что Дедсек — их друзья. Ну ни хрена себе! А я всегда знал, что Альбион гонит на Дедсек. Теперь и остальной Камден это узнает. Большое спасибо. Теперь, когда все у нас на районе поняли, кто такие Дедсек на самом деле, до хрена народу захочет к вам присоединиться. Так-то люди давно уже думают, как дать отпор этим уродам.
А кое-кто вообще сконтачится с вами в ближайшее время. Насколько я знаю, там энтузиазма полные штаны. Мы будем рады новичкам. Чтобы встряхнуть Лондон, нужны самые разные люди.